Уважаемые граждане России, дорогие друзья, 16 июня 2018 года правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной системе. 19 июля он был принят парламентом страны в первом чтении. Его главная, основная задача – обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. А значит, не только сохранение, но и рост доходов пенсии нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей законопроектом, наряду с другими мерами, предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста. Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека. Поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством. Обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными. Со своей стороны я вам даю слово, что вы умрете. Это раз. Два. Это не будет самоубийство, и вас никто не заподозрит в этом. Такая, знаете ли, очень пристойная, очень житейская смерть, вовсе не болезненная. Я вообще не приношу крови.